Всем привет, уважаемые любители русской рыбалки 4, с вами я, Зона ТВ. Сегодня мы находимся на реке Вьюнок, на точке 90-103, эклипса 8 метров. 10-й тоже работает. Здесь у нас клюет дрессейна, приловим много всякой фигни. Вот, клюет на червя навозного, клюет на водоросли. Я ловлю на водоросли, чтобы было меньше прилова. В лове заходят густера, заходит окунь, лещ и, конечно же, дрессейна. Самое важное, тоже подвесиженный трофей. Находится это в квадрате Е5. Появляемся на базе, бежим в правую сторону относительно русла реки. То есть вода должна быть по левую руку. Прибегаем сюда, закидываемся вот на такие сборочки. Пусть минимальный квертип, чтобы показал поклевку, когда дрессейна на нас клюет. Вот. Знаешь, плетеный шнур, ну, вообще она не привязана, типа 13-64 шнур, как что угодно поставить, будет все работать. Вот, и конечно же водоросли. Все три сборочки у нас одинаковые, на данной точке нахожусь сейчас времени, за это время у нас 30 хвостов. Ох, что это не 30 хвостов дрессины. Давайте теперь перейдем к нашему лову, посмотрим, что у нас получилось. Еще раз повторюсь, точка под высиженные трофеи. Дресни глаз. А в прилове у нас так. В прилове у нас, значит, у нас гуся глаз. То есть, в принципе, чисто теоретически можно попробовать поставить мах и попробовать ловить на червя. Прилове у нас подуст, но он здесь не нужен, чисто для кафешечки. Вот, лещ также заходит, куда без него, много нечатного. Специально беру всю рыбу, чтобы показать улов, чтобы потом пришли и не сказали: о, у нас вот это прилове. Пока за прилов. Идти или не идти, решать вам. Ну вот, у нас как раз еще и закончился. И дрессейна речная, точка под высиженный трофей. Ну и, конечно же, не фарм голд наживки, потому что 6 штук для фармов голд наживки это очень мало. Под высиженный трофей. Всем ни хвоста, ни ши, с вами был Медиазона ТВ, пробуйте закрыть дресню на реке Вьюнок. Всем пока-пока, трофеи в садок.